Вадим, ну, прежде всего, первый вопрос. Как проходят сборы? Как настроение у тебя здесь? Настроение работать и становиться лучше. Мы стараемся улучшать себя каждый день, и для этого нам делают игры, чтобы мы становились сильнее и подошли к чемпионату и кубковым матчам в самой лучшей форме и побеждали. Короткий итог вчерашнего матча. Сыграли с узбекской командой. Как матч прошел для нас? Матч прошел достаточно хорошо, несмотря на такой результат. Это первый матч сборов. Дальше будем работать, становиться лучше и побеждать во всех оставшихся матчах. Под нагрузками играть тяжеловато? Да не сказал бы. У нас есть восстановительные мероприятия. Мы успеваем восстанавливаться и подходим к матчам в хорошей форме. Критически на свою игру наверняка смотришь. Как оценишь свои действия вчера? Ну, у меня было достаточно много моментов, чтобы вывести нашу команду вперед. Не смог забить. Дальше буду стараться забивать, тренироваться и выводить команду вперед. Давай разберемся. Эпизод, помнишь, когда Глушенков тебе отдавал передачу, не дотянулся? Да, скорее всего, не попал в такт, он прострелил. Я в этот момент ставил левую ногу, и мяч проскочил. Там еще Керк кричал оставить, но я его не услышал, и мяч пролетел дальше.